Здорово, народ, на связи Экспировид, и я продолжаю играть Stumble Guys. Как вы помните, в прошлом видео я выбил два новых скина в Колесе Биста. Это вот этого вот Кинг-Конга и, конечно же, Пингвин Мэн. Кто умеет читать по-английски? Прочитайте, что здесь написано. А этого я прозвал Кинг-Конг. Кстати, лайк, если вы любите Кинг-Конга. Я, например, фанат. Я обожаю этот фильм. И вообще мне нравится... Мне проще его, короче, называть Кинг-Конгом. Чего ко мне пристали? Все, ребят, с вас обязательно лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. Лепите свои клевые комментарии. Погнали играть. Леди и джентльмены, Конг, Кинг-Конг, и сейчас я буду раскидывать здесь бананами, ведь что обычно любят обезьяны? Конечно, все как один скажут бананы. На самом деле, друзья, это просто заезженная тема, как по типу, вот что любят коты? И все как один, наверное, ответят молоко. А вот фиг вам, на самом деле у котов непереносимость лактозы, то бишь им нельзя молочку, прикиньте, я сам как узнал, обалдел. Ой, даже Пинг не помешал. Хорошо! Я прошел. Кстати, я хотел кинуть банан, так до сих пор я этого и не сделал. Блин, мне бы сейчас еще лианы, было бы вообще потрясающе. Не попал. Ну, кто-нибудь сегодня должен же нарваться на банан. Ладно, идем сюда. И-ху! О, а ты что тут забыл? Как ты тут очутился, друг? Оу, май гад. Но сейчас, я чувствую, будет весело. Я же так люблю эту локейшн. Прыгай. Всегда только прыгай. Сейчас буду делать подкат. Хотел сделать, но не получилось. Меня ударили. Давай сюда запрыгивай. Никому ничего, никто не должен. Просто пронеслись. Просто видели, как мы яро это сделали. Просто яро, друзья. Просто яро. Ху-ху, есть! Блин, как я нашарился вообще! Ха, пока, лузеры! На, банан, кому-то попадет? Вот тебе кто-то запрыгнет, будет так обидно, если кто-то нарвется. Ха-ха, нарвался, хорош! Ну что ж, Кинг-Конг, давай, главное не утони. В принципе, обезьяны вроде тоже плавают, поэтому должны выдержать. Главное следить, куда летят ядра. У, я текаю. Тони. Минус. А ну, попаду. Так, ладно, сейчас еще один сделаем. Ну давай, нарвись. Так, мы все в одной точке, мне это не нравится. Ой-ой-ой, надо отходить. Нападаем. Ну, нет! Бля, как тяжело с этим пингом играть. Так, друзья, прием пищи оформлен. Ловите бананы. Да быстрее взрывайся. Я пошел сюда. Не туда кинул. Тихо. Слушайте, ну очень потненько. Не ко мне, главное не ко мне. Куда угодно лети, только не ко мне. Ну должен же попасть. Я хочу просто ему все ходы отступа перерезать, чтобы мне куда было прыгать. Так, туда попал. Блин, в гранату попал. Все, ребят, победа. Это Кинг-Конг. Ну и теперь на очереди пингвин. И самое главное, чтобы он не ударил грязь лицом. Хотя, учитывая то, где они живут обычно, пингвины, то это, скорее всего, в снег или в лед. Лучше всего в снег. Ну и желательно, чтобы он не был желтый. Ну, как минимум. Хо-хо, прыгай. Долетай. Хорошо пролетел. Хорошо. Вот это было удачно. И сейчас еще разок. А кто говорил, что пингвины не умеют летать? Ну, зато зажариться не умеют. Только так. Жарятся они как миленькие. Ууу, хорош. Давай, подхвати меня. Давай, я хочу быть как Доминик Торетто, но только на НЛО тарелке. Не-не-не, фух, выдержал. Вы это видели? Не, ну, вы это видели? Не-не-не, я первый.
О, ну такое мы любим. Кстати, я смотрю, он есть уже скин волны. Давай, слушай, прыгни, ну капелька, давай, покажи, как ты можешь слиться с этой всей природой водяной. Я хотел ударить, но я промазал. Главное, чтобы теперь на меня... Ну давай, слейся с этой водяной природой, ну будь другом, мне интересно, будет ли тебя видно или нет. Ой, Барби, все, акция прошла, иди, Буль-Буль. Не удалось, ладно, окей. А ты что тут встал? Ой, ой, опасно, опасно, опасно. Так, я понял, сюда это все летит, поэтому лучше отсюда держаться подальше. Вон, чувак вообще нырнул, наверное, жарко стало. Попытка номер два, окей. Сейчас все сделаем, сейчас все будет. Только главное, беги в нужную сторону, окей, договорились? Угу, угу. Так, минус логотип. Он и так в прошлой игре вечно на меня нападал. Ну, я не знаю, он не он, но логотип, короче, мне не важно. Пиум, банан кого-то прилетит, нет, нет, не упади. Нельзя сдавать позиции ни в коем случае. Сейчас делать? Алле, оп, не туда. Слушайте, у нас тут такой табун, меня аж бесит. А, спасибо, с опозданием, да. Кто там говорил, что пингвины ноги короткие? Прыгают, дай боже. На пузе прям по голове. Хорошо. Готов, 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 готов. Так, ну в принципе пока неплохо идем. Фу, хорошо пронес. Я думал, все, улечу. Есть, пролетели. Пингвины за рулем, это что-то новенькое. И-пхи! Приземлились на свой пресс. Так, Кинг-Конг. Ну, точнее, не, Кинг-Конг у меня, а это просто Манки. Манки. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Хорошо, хорошо, хорошо идешь. Есть. О! Ну, да, 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 да. Прям меня, окей. Пингвин первый раз за рулем. Правил не знает. На этом и сошлись. Где будет разгон, вижу. Ни во что не врежься. Так, вроде обогнали, да, типочка? Разгон, 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 разгон! Давай, 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 где, где, где? Есть, есть, попали на разгон. Главное теперь... Нет, никаких зубов, ничего. Есть! Просто, ребят, пингвин первый раз за рулем, и это победа. Просто вырвали, вырвали на корню. Вот так вам, гонщики, Доминик Торетто, иди в задницу. Я здесь король трассы. Друзья, я надеюсь, что видео вам понравилось, поэтому не скупитесь на лайки, не скупитесь на комментарии, не скупитесь подписаться на мой канал и ждать следующих моих видосиков. Ну а на связи был Экспервит, всем спасибо за просмотр и пока-пока. Блин, обожаю этих парней, только взялся, уже сразу победы, отлично вообще, просто топчик.